Сегодня я планирую сделать фахитос в казане и на гриле параллельно. Я взял тут, у меня была баранья нога, класснейшая, свежайшая, молоденького барашка с белым жирком. Я с нее нарезал вот столько вот баранинки, вот такими длинненькими, тоненькими ломтиками, вот такими вот. Плюс приготовил для заправки, для начинки. Разные перчики, вот красный болгарский, такие вот, более простенькие, зеленые подешевле, лучок, морковку, конечно же, острый чили-перчик, помидорчиков, чесночок, разумеется, лепешечек, купил тортилья пшеничные, ну и, как обычно, у меня приправы всякие и разные соусы, какие были. Притащил тут у меня и ткемали, и аджика, и майонез. Еще там, в случае чего, если Лиза захочет, еще и кетчуп обычный притащу. Соус это тут чисто на любителя. Кто как хочет, так и делает. Так что сейчас план такой. Вот эти вот ломтики мы обжарим в казане, просто в масле, без всего. А параллельно на гриле, в сковородочке, сделаем начиночку. Вот план такой. Мы делаем начинку для фахитос. Вот я режу лук, а Аня... Аня сама скажет. Вот Аня уже нарезала красный-зеленый перчик. И сейчас что ты, Аня, режешь? Уже перчик я порезала, а сейчас режу морковку. Молодец. Только она не режет. Так, а я буду обжаривать баранинку. Вот уже масло прокалилось. Кипит вовсю. Оп. Один кусочек застрял. Тут у нас все по стандарту. Лучок сперва и пошла морковка. Лиза. О, молодец. Отлично. Анюсич у нас чистит чеснок. Уже вон сколько нас чистила. Герда лает. Герда на бабушку. Такими? А Лиза режет помидорчики. Так. Ну, помельче чуть-чуть, еще пополам ага. Вот это разрежь. А куда сыпать? Сюда прям? Прям сюда, конечно, что теряться. Немножко у нас тут произошла авария. Мы следили за огнем, и чуть-чуть у нас подгорело. Бабушка тут немножко горелого лука убрала. Сейчас свежего лука немножко подрежем. Взамен горелого. Опаньки, пошел красный острый перчик с острым ножом. Бабушка тут мешает. Анюч, а ты чесночок? Вон он. А ты чесночок сыпь, помидоры попозже, в самый последний момент, они быстро разварятся. А вот в тарелке будет какой-нибудь, вот эти. Ну ты сама уж там. Давай, сыпь. Куда, в эту сковородку? Да. У нас все здесь на сковородке готовится. Сыпь, осторожно, не урони только. Я помешаю. Давай, давай. Так, а теперь только помешать. А теперь надо помешать. Давай. Дайте я остатки сыплю. Сыпаю. Молодец, Аня. Пока у нас тут начинка делается, в это время вот тут собака, и в это время у нас уже баранинка так очень красивенько поджарилась. Мы, ну, посолили, поперчили. Я думаю, уже скоро будет готово. То есть буквально, мне кажется, минут 10 осталось. До. И нам всем, мне кажется, минут 10. Этого момента. Так, мы попробовали, у нас уже все такое почти готово. Теперь самое время класть помидорчик. Да. Который я уже покушала. И маслице еще подольем. Лиза, подлей чуть-чуть маслице. Лиза,
Сковородку, конечно, надо купить чугунную, туда толстую. Она печет сейчас, она под наклоном. Еще, еще. Что это? Дедушка, сиди. Давайте. Куда сгребать? Вот у нас тут начинка. Начинка для фахитос уже приготовлена. Мы ее сгребаем в емкость, чтобы не подгорело. А мяско, мы, кстати, еще по просьбе трудящихся туда немножко кипяточку плеснули, чтобы она еще, помимо поджарства, еще и протушилась, так проварилась. Соответственно, бабушка уже пробовала, мясо тоже хорошо жуется и тоже очень вкусно. Сейчас мы будем... Отлично. Делать... Уже делать уже фахитосы. Фахитосы. Вот тортильи мы на сковородочке вот подогреваем. Лиза вон уже себе сделала. Сейчас я буду подогрела. Делать себе шаурму. И вот, ну да, типа шаурмы. Вот на вкус. Вот бери салатик, бери начинку, бери мясо. И вот как тебе нравится, ну, так клади, как именно, как тебя именно устраивает. С авокадиками. Нет, а соусы бери те, которые тоже тебе нравятся. Я вот этот. Всяких разных. И майонез. Есть, вот, и вот это, вот это. На двух. Переворачивай, бабушка. Я вот такое себе сделаю. Давай. Не очень вкусно. Каждый кладет сам, как ему нравится. А надо на еще и салат класть. Ну это, слушай, это каждый, кто хочет, я кладет, не кто знала. Не хочет, не кладет. Нет, надо положить. Если хочешь, вот, если тебе удобно, вилочкой возьми. А мне этой поварёшкой нормально. Я все равно класть не буду. Нет, Кость, ну это надо и сидеть, делать горячего и есть, правильно я понимаю? Конечно. Ну засними и... Я снимаю. Давайте... Так, поможем. Еще мяско. У нас такое мяско. Да. Получилось. Не многовато ли заположил? У тебя завернется ролл? Хотя, может, и нет. Сейчас уберу. Может, ролл просто сам не завернется из-за такого количества. Дайте вилочку. Благодарю. Пусть надо. Сейчас сделаем. Ты перевернул уже, Маша? Ну да, уже надо. Сейчас. Ну все, бери, снимай в тарелочку. Сейчас мы добавляем. Ну соус нельзя туда саму эту штуку завернуть и макать в нее. Я что-то как-то переборщила соусом. Ну, будь такое. Ладно. Давай. Закрываем. Заворачивай. Ну, что, Алику давай? Да. А он знает, как делать? На, знает. Делай. Ань, тебе класть? Сейчас подогреть тебе. Красивый. Пробуй. Дед, вот смотри, вот. Берешь вот это, кладешь, ну сколько, сам кладешь по вкусу. Да. Вот это, салат, вот это, мяско, все по вкусу кладешь. Соусы потом можешь макать, вот всякие разные соусы. Вот хочешь ложечка, на. Так, ну-ка, Лиза. Я еще не все попробовала. Ну, тут скажите, не нормально, шурма такая получилась, колхозная. Класс! Вкусно? Да. Сейчас посмотрим, дед будет. Ой, деду понравится. Ему налей самую глобу. Сейчас налью. Так, и что, заворачивать? Да, заворачивай. Соусы можешь либо прям туда, вот на вкус мой. Есть ткемали, есть аджика, есть такой, майонез. Либо завернешь и потом будешь макать уже на твой вкус. Очень вкусно. Вообще. Ну, надо думать. Кемаль, ну вот возьми. Вот сюда. Вот сюда полить чуть-чуть, да. Сюда, чтобы макать. Давай. Вот этот открыт, уже открытый. Открытый уже. Да. Ткемали, ты представляешь, что, да? Нет. Соус. Нет? Ну. Сливовый, но он такой. Так, бабушка, давай тебе теперь. Нет, сейчас мы Аню сделаем. О, да, такая же, типа, даже шурма получится. Очень вкусно. А думаю, что там невкусного-то? Ну что, горбатый, я сказал, горбатый. Вкусно? А он должен быть теплым. Кто? Вот, блин, ну и да, он его надо подогреть, да, чтобы он тепленький стал. До какой степени? М? Ну просто, чтобы тепленький стал. Если буквально там 5 секунд на нас, 5 секунд на другой. Угу, вот, Ань, давай, клади на свой вкус. Да. Вот мясо, начинку на свой вкус клади. Хорош телефон там играй. Салатик бери. Ладно, я пока отключаюсь, я себе сам сделаю тоже. Ну,
Оп, для меня тут тоже подогрели. Я тут себе вот уже тоже мучу. Так. Так, а ложечка где? А. Да. Оп. Положим мяско. Хорошая баранинка такая, с ноги такой, свеженькая такая, срезал. Ну, невкусно. Невкусно? Нет, не очень. Мне баранина понравилась, пока не меня называла. Начиночки положим. Мяско-то вкусно, но, то есть, мне вот это лаваш смущает. А, ну тебе надо тут плюнки когда взять. Сейчас второй раз. Папа, так, ладно. Сейчас пока отключусь, буду заворачивать. Так, что тут собаченцы у нас тут лазят под столом. Мясо отлично вкусно. Да, вкусно. А, просто ум отъешь. Почему? Согласна, вообще очень. Мясо очень вкусно получилось. Я не ожидала. Мясо отлично, а что ты не ожидала? Мякоть бараньей ноги молодого барашка. Бедный бараш. Всем где вы его купили? Лиза, я снимаю? Да. Что, торти ее? Да. Да, снимаю. Я еще соусы положил. Все. Какой соус? У меня тут аджика, майонез и ткемали. А где ткемали? Ткемали вот этот растекшийся. То есть, ну, как говорится, что есть, то есть. Ай. Там нужно, конечно, соус сальса, но у нас тут на минималках, там в колхозе, соус сальса нету. Папа принесет через